Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Объем продаж жилья застройщиками в России за последний год упал на 15%. Он сократился с 2 триллионов 160 миллиардов рублей до 1 триллиона 830 миллиардов. Об этом на Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства заявил президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец. По его словам, снизилась и средневзвешенная цена предложения. Квадратный метр в целом по стране подешевел с 68 до 62 тысяч рублей. Казинец отметил, что объем завершенных объектов долевого строительства в 2017 году может упасть до 40 миллионов квадратных метров. Годом ранее этот показатель составлял 48 миллионов квадратов. Президент Национального объединения застройщиков также рассказал, что за последний год россияне стали менее требовательными к метражу. Средняя площадь покупаемых квартир снизилась с 55 до 49 квадратных метров. Дайджест недвижимости. Специалисты мэрии оценили качество жилья для переселенцев в Долгушино. В рамках проекта «Муниципальный контроль» они побывали на стройплощадках по адресам улица Зеленина 2, 10 и 11. В настоящее время уровень готовности этих домов составляет 70%. Сейчас в новостройках ведутся работы по чистовой отделке помещений. Началось благоустройство прилегающих территорий, на которых предусмотрено оборудование парковок, игровых площадок и зон отдыха. Всего в трех домах по улице Зеленина будет построено 555 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Стоимость строительства составляет 763 миллиона рублей. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на лето текущего года. Дайджест недвижимости. Владелец павильона на перекрестке Воровского и Производственной начал его демонтаж. Нестационарный торговый объект находится в охранной зоне теплотрассы. И в марте этого года его строительство было признано незаконным, поскольку велось на тепловых сетях. Индивидуальный предприниматель уже начал сносить часть объекта, не дожидаясь, когда вступит в силу решение арбитражного суда. В пресс-службе Кировской теплоснабжающей компании отметили, что в этом году в зоне павильона планируется реконструкция теплотрассы. Работы включены в инвестиционную программу КТК и согласованы с администрацией Кирова. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.